Я в Одессу. А? Дамы и господа, я со спортивного протеста. Сейчас подождем, чтобы чуть больше народа вышло. Я покажу, что собралось возле Конституционного суда. Я Сергей Тома, Рустам Разделиев предоставил платформу для того, чтобы сегодня я был случайным корреспондентом того, что происходит в стране. А в стране у нас происходит узурпация власти. Узурпация власти впрямую, против которой якобы две партии преступников, Шордадон, узурпировали власть в стране. Люди собрались спонтанно, несмотря на дождь, люди едут. Наш президент Майя Санду собирает совет безопасности. Что будет проходить в стране завтра, я не знаю. Вот господин Гроссо. Вася тоже берет интервью у него. Вот и Ренат приехал. То есть собрались все. Ну вот я вот почему-то Кику совсем не вижу. Никого из его окружения. Видать, это им не на руку. Что я могу сказать? У нас сегодня плачевная ситуация в стране. Аж природа заплакала. Нас сегодня лишили прав вообще. Я вообще даже не понимаю, как реагировать на это, но кроме как выходить массовыми протестами и убирать этот преступный парламент, который никак не может расстаться со своими креслами. Они боятся идти на досрочные выборы. У них сейчас есть большинство. Это большинство преступное. Иначе я не могу назвать то, что происходит. Уже Конституционный суд, им не Конституционный суд, так как у них есть большинство в парламенте. Я помню, сколько раз обесточивали Дадона при Плохотнике. Что-то он не вякал вообще. Либо он боялся это делать, либо... Это глупость, которую они делают, конечно, народ уже понимает, что эти две преступные группировки больше не должны попасть в парламент вообще никак. Их надо люстрировать конкретно, потому что эти люди, ограбившие нашу банковскую систему, эти люди участвовали в лондромате, и они сегодня распускают легитимный Конституционный суд. Они вообще не имеют права этого делать. И все эти вещи, которые происходят, я даже не думал, что они дойдут до такой глупости, до крайней точки глупости, которая просто показывает всю их наглость, что мы народ. У нас нет ни прав, ни свобод. Нам включили чрезвычайное происшествие, нам включили комендантский час. Они творят, что хотят, лишь бы, я даже не знаю, лишь бы удержаться. Лишь бы еще пограбить нас, либо еще бы пограбить этот народ. Я не знаю, что там, ваши реакции, напишите что-нибудь. Что вы думаете вообще по этому поводу? Что делать с этим парламентом? Что делать с этими ворюгами, которые все-таки... Я не понимаю, что они делают. Это, наверное, акт самолюстрации. Они доводят народ до крайней точки кипения. Но, как говорят, мамалыга не взрывается, она уже кипит сильно. Возмущение. Здесь практически все партии пришли. Все новые партии, которые пришли, кроме... Не вижу господина Глигора совершенно. И не вижу господина Кику с его... Но он, в принципе, человек Дадона, это все понятно.
Я вообще не понимаю, почему мы собрались у Конституционного суда, когда нам надо было ловить их в парламенте, когда они ловили, и оттуда прямо хватать и в тюрьму тащить. Это издевательство, это нарушение прав, нарушение конституционных прав. Вот пришел свободолюбимый. Шалом. Свободолюбимый. Numai ce am vorbit la Marian Life și am spus, uitați-vă ce popor suntem și cum ne merităm toată. Uitați-vă cât oameni au ieșit să apere dreptatea și legea. Au ieșit cât 100 de oameni. Incredibil. Au ieșit numai partid. Incredibil. Dar nu aici trebuie să iasă, la parlament. Băi, unde sunt eroi, fraților? Unde-i poporul? 700 de mii orașul ăsta locuiesc. Unde-i? Incredibil! La Dodon sunt culiocari. Dodon, Șor și toate râsurile. N-avem demnitate, n-avem nimic în sânge. Suntem niște popor înjosit și în genunchi. N-avem nimic, troleibusurile pline, străzile pline de oameni. Nimeni nu vine aici. Incredibil! Vrem libertate. Ne merităm soarta, asta este. Da. Merităm, nu merităm. Lumea se teme de amenzi. Se teme de ce? De amenzi. Păi nici o problemă, robia e mai ieftină ca amenda. Sclavie, da, așa și este. Igor, am dreptat. Dar nu e așa? Corect. Nu e așa? Unde? Da. De ce trebuie mă chiar mai și ești? Și Dodon-i prost, el știe. Corect. Șor-i prost, el știe. Asta e adevărul. De atâta și permite, sigur. Trebuie discos armata și de arestat pe toți. Armata discos și de arestat pe toți. Șefii, da. Deputații, da, dar membrii care vor funcții. Unde sunt? Da, sunt. Și pasul, da. Și usate a venit. A venit. N-a venit Gligor și n-am văzut pe Kiko. Cu soarele măsă de viață. Facebook, да ты что, ищи, жос, мафия, жос, будешь. Ну что, Илуня? Я с кем мама ушла, он там была с Абанкой, на халяву. Да, я... Слева Жалмари, серьезно, мы с Мишкой. Ну, кое-что, я с Абанкой. Лау Пахар, дежин, шла мишки, мич, ого-го. Да что? Нямур, я уйти сын, пишет локо. Ei, gine că jurnaliști avem măcar. Dar jurnaliști sunt și jurnaliști sunt. Și unde ești prietenul? Ei, unde e eu? De ei, zi ceva, ca popor. La parlament trebuie ieși, eu la slusări am zis, la parlament. Dar e deja plecat tot. Вот так, господа. Люди собрались. Может, кто-то и не знал, что в новостях происходит. Но самые активные, наверное, вышли. Кто в основном вышел? Людям, которым не все равно. А где все остальные? Ренат Усатый пришел. Ренат, ну есть маленький шанс нам познакомиться. Я Сергей Тома. Да, привет. Да, наверное, знаешь, видел председатель партии трудящихся, который собирается что-то перевернуть в этой стране, но нас я очень всем, мало. Делать, ну, сними тебе. Маску, сними. А? Сними маску, что ты прям заболеть боишься. Ты же про вакцину. Я дважды после спутника ВВО. Да. Ну так и скажи, как ты успел приехать в Бельц? Или я это было? Был в Кишинев, по делам. А? Немногословен был Ренат. Американец его тоже поймал. Бельскую звезду. Что сказать?
это все люди, которые готовы бороться как-то. На словах, на деле я не знаю. Но то, что демотивирован народ, посмотрите, все сидят в масках. Все сидят в масках. Это 21 век, когда люди должны понимать и читать, что сами себя отравляют, микробы на лице разрастаются. Даже не знаю, что сказать. У меня нет слов. Одно расстройство. Хочу тем, кто только присоединился, напомнить, что это спонтанный протест против тех самых мер, которые предприняли сегодня ПСРМ и ШОР. Две бандитские группировки, захватившие власть. Один вообще в бегах. Суды его при помощи каких-то сил перекладываются. Если бы вы были бы простым гражданином, вас бы давно уже посадили. Причем я знаю случаи, когда за две овцы дают 8,5 лет, а за ограбление банковской системы, участие в этом всем, почему-то дают всего лишь 7,5 лет. И то уже 3 года, по-моему, 4 уже тянется второй суд. Все так же перекладывается, все так же перебрасывается. Майя Санду собрала экстренный совбез по происходящей ситуации. Наверное, я предполагаю, при узурпации власти она уже может взять руководство армии под свой контроль и закрыть этот парламент с низкой социальной оценкой. Если будут происходить какие-то действия, я выйду еще в эфир и объявлю, что происходит. Но, скорее всего, придется выходить на протесты завтра, послезавтра и перекрывать. Вообще, по Конституции парламент во время чрезвычайной ситуации не имеет права работать и принимать каких-либо законов. То есть вся узурпация налицо, которая есть. И первое, что они работают при чрезвычайной ситуации, которую они навязали. Хотя все мы прекрасно понимаем, для чего это было сделано. Комендантский час нам сделали. Нам нужно прощаться с этим парламентом. И менять, конечно, в Генпрокуратуре отношения и людей, которые работают там, к народу. Я знаю одну очень достоверную информацию, что пришла информация из-за границы по поводу судей, по поводу прокуроров, по поводу семей, чем они владеют за границей. Со своей недвижимостью в Испании, в Болгарии. Я думаю, что скоро их всех приструнят. Я всех благодарю за участие. Сделайте репост, пока вы в онлайне, как можно больше. И, скорее всего, завтра призываем народ на площадь перед парламентом. Будем устраивать протесты. Не давать им даже не заходить, не работать. Я не знаю. Сегодня попозже мы выйдем еще в лайв и оповестим всех, кому не все равно в этой стране. Сделайте репосты, это важно. Это часть вашей работы, даже если вы не пришли сюда. Помогайте, чтобы люди видели это все. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии. В следующем лайфе попытаюсь ответить вам на всех.